Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги, зрители моего канала. Сегодня хочу вам показать свой рецепт плова, как я его готовлю. Готовить буду в казане. И сразу хочу извиниться у многих, кто делает плов с баранины или говядины. Мы живем в Белоруссии, у нас основное мясо свинина. И поэтому плов мы будем делать со свинины, так как у нас такие предпочтения. Конечно, хотелось бы сделать плов настоящий, с баранины, но у нас баранина продается, но очень ее мало и очень редко. Я походил по рынку и баранину просто не нашел. Вот, поэтому плов будет со свинины и будем его готовить примерно на 40 человек. Казан у нас большой, на 22 литра. Для этого мы взяли примерно 4 килограмма мяса, 1,5 килограмма ребрышек свиных, 3 килограмма моркови, 3 килограмма лука и 3 килограмма риса. И также примерно 1,5 килограмма помидор. Начинаем готовить. Что из этого у нас получится, увидим в конце видео. Для приготовления плова нам понадобится 3 килограмма лука, 3 килограмма риса. Рис взяли высшего сорта, жасмин. 1,5-2 килограмма помидор, чесночка побольше. Вот сейчас 3 больших головки и еще добавим немножко мелкого чеснока. 3,5 килограмма свинины и 1,5 килограмма свиных ребер. 3 килограмма моркови, сейчас она подготавливается. И вот такой вот набор приправ для плова. Здесь у нас зира, сушеные помидоры, шафран, куркума, паприка, базилик и барбарис. Сейчас все нарежем. Морковь будем резать крупными брусками. Лук тоже нарежем крупно. И помидоры на 4 части. Печку уже растопили. И сейчас поставим казан прогреваться. Just like their attention, it's written all over your face. I don't wanna play the quiet type when I'm near you. Reading old messages on my phone every time I see you. Tell me, is this part of an act just to keep your image intact? If you think that strategy. Разогрели казан, разогрели масло. И сейчас сделаем, как бы придадим вкус казану и обжарим первый лук. Как бы подготовим немножко казан. Первый лук обжарим и достанем с казана. И после этого уже будем готовить основное блюдо. Сейчас кинем еще пару зубчиков чеснока.
чтобы все было аппетитно, интересно и вкусно. Многие знают, кто-то думает, что это правильно, кто-то неправильно, но мы делаем так, как бы по небольшой традиции, и даем казану первый вкус. Сейчас этот лук достанем и будем уже готовить, начинать плов. В обжарочку казан прошел. Разогретое масло положили ребрышки. Сейчас обжарим быстренько ребрышки. После этого начнем обжаривать лук, и уже в обжаренный лук добавлю мясо. Ребрышки потихоньку прожариваются и отдают свой жир в казан. Прошу, друзья, не судить строго. В казане на костре готовлю первый раз. Поэтому, может быть, что-то делаю неправильно, но главное, чтобы было вкусно. Вот, друзья, с ребрышек начали вылазить косточки. Значит, ребрышки уже готовы. И их можно сейчас доставать пока что из казана. Но пока подготавливаю лук. Лук в казан. Немножечко его обжариваем и добавляем мясо. Лук у нас двух разновидностей. Красный и простой репчатый. Лук у нас, ребята, протушился и теперь готов принять мясо. Закладываем мясо, перемешаем и сделаем немножко огонь побольше. И сейчас мясо хорошо перемешаем. И пусть оно как бы прожаривается и подтушивается в луковом соке. Уложили чеснок. Сейчас еще немного, около 10 минут, прожарим мясо и будем закладывать морковь. Заложили морковь, сейчас все основательно хорошо перемешаем и пусть морковь хорошо протушится до мягкого состояния. Хорошо перемешаем и добавим помидоры.
Добавляем помидоры. Добавили помидоры и теперь хорошо протушим. Добавляем 3 столовых ложки соли или на глаз. Хорошенько перемешиваем и после этого добавим фирменных приправ. Приправы из Узбекистана. Как видите, друзья, если морковка начинает уже как бы развариваться, становиться мягкой, то уже можно делать зирвак. Сейчас добавим приправ. Красивые приправы. И хорошо перемешиваем. Пошел ароматный запах приправ. Приправы пахнут очень чудесно. Теперь хорошо перемешиваем. Сейчас нальем воды и дадим зирваку протушиться около 20-30 минут. Заложили рис и теперь заливаем его водой. Закладку риса, извиняюсь, не успели снять. Точнее, думали, что снимаем. И забыли включить камеру. Ну, сам процесс понятен. Воды примерно как на 2 пальца над рисом вот так вот налили. И теперь ждем, пока вода выкипит. Вода с риса потихоньку выкипает. Положили сверху ребрышки, чтобы они хорошо подошли, еще немного пропарились на остатки жидкости. И теперь ждем полностью выпаривания воды из риса. И будем уже смотреть, может, придется перемешать рис. Или закроем крышкой и будем его томить до приготовления. Вода полностью выкипела, теперь закрываем крышку, огонь мы полностью убрали из печки и теперь минут 20 протушим. Ну вот, друзья, наш плов готов. Сейчас положим в тарелку и будем пробовать. Ну, уже чувствуется очень вкусный запах. Я уже попробовал его. Получился довольно неплохо. Рис получился рассыпчатый, как мы и хотели. Все очень аппетитно, очень. Рекомендую попробовать по моему рецепту.